По-моему, никто не знает, какой ты. А ведь многие интересуются, особенно дамы. Какое им дело? Тебя считают таинственным и интересным. Ты знаешь, как я выгляжу? Мне сказали, что ты сложен как Аполлон. Что ты комплексуешь из-за лица, причем напрасно. И задали мне вопрос, так ли ты силен, как кажешься. И что? Сказала, что не знаю.